программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. «25 декабря, Рождество по юлианскому календарю – время, когда многие мечтают оказаться в католических странах, где эта дата отмечается с большим размахом в сравнении с Новым годом. Уголком Европы со всеми традиционными атрибутами и атмосферой стал на этой неделе бутик «21 век VIP», знакомый модникам города по люксовым европейским маркам. И мы с Ольгой сами недавно вернулись из Италии, где буквально сегодня, 25 декабря, закрыто все, включая Эссе-Лунго. То есть, если люди хотят купить еды, они не могут никуда пойти. Там действительно это очень важный праздник. И так как мы занимаемся итальянской и французской модой, то вот мы решили приурочить это таким вот образом. Решили именно в этот день собрать наших друзей, клиентов, да, потому что наши клиенты – это для нас друзья. Естественно, для нас это предновогодняя встреча. Что у нас в программе? Значит, у нас в программе фуршет. Подготовили именно такой итальянский фуршет. А потом у нас будет дегустация именно итальянских вин. Очень хорошая идея. Мы вот только что с мужем пришли и обсуждаем. Мы обычно в Европе всегда встречаем Новый год. А здесь получается, что мы попали в Европу. Самое главное, что Ирина Леонидовна, хозяйка этого прекрасного места, она вдохновитель и на протяжении уже многих лет поддерживает такое состояние и такую красоту в городе Челябинске. С компанией «21 век» и с Ильей Мироновым связывают теплые дружеские отношения. Поэтому я хотела бы пожелать процветания, благодарных клиентов, полной чаши, любви, волшебства, чудес, потому что это Рождество – прекрасное время. Больше позитива, улыбок и побольше дарите нам эмоции, красоту и украшайте наш город своим присутствием. Но все же бутик не был бы бутиком без фотосъемок и разговоров о текущих тенденциях и остромодных новинках. За фото в этот вечер отвечал фэшн-фотограф Дмитрий Болотин. С новостями из модной столицы выступила Ольга Миронова. Хотим разобрать такие очень сложные, интересные луки и разобрать, может быть, как можно носить необычные вещи. И еще мы хотим поговорить о смешении стилей. Есть стереотип, как можно носить определенные вещи. Да? Например, даже мы берем спортивный костюм Филипп Лейн, очень нарядный. Обычно его носят костюмом. А мы хотим предложить, как можно разбивать и такие немножко нестандартные решения. Или как можно из одной вещи, то есть это может быть как вечернее платье, а если его немножечко совсем по-другому представить, да, правильно подобранные аксессуары, потом можно на каждый день носить. Мы хотим показать, что вот эти вещи – это как вложение. То есть не то, что иногда говорят, зачем мне это платье, да, мне подруги, я его раз одену и все. И вот мы хотим разобрать, что на самом деле вот такие вещи, да, первых линий, они не выходят из моды. То есть это тренды, которые, они не длятся сезон-два, то есть это на несколько лет. И на самом деле, то есть можно сначала вот так представить, прямо на вечеринку одеть, потом, меняя аксессуары, можно абсолютно по-разному обыгрывать вещи. Вот это мне очень интересно. Это основная причина, по которой пришла. Потому что Оля, это, наверное, в Челябинске единственный человек такой. Вообще она знаменитая, мне кажется. На Россию все-таки входит бутик в 100 лучших бутиков России. Вообще по вещам, которые здесь продают, видно, что Оля отбирает такие коллекции, что которых нет даже в ЦУМе. То есть у нее вкус и выбор, и очень хочется ее послушать. Это, в принципе, моя основная причина, по которой я сюда пришла, прислушаться к ней, чтобы это человек, которому можно доверять в моде. Кстати, канун Нового года – время подводить итоги, в том числе и модные. Гости вечера поделились с нами своими открытиями, новыми любимыми марками и стилевыми решениями. Именно вот 17-й год, прошедший год, он был такой пиковым именно вот по спортшику. Сейчас много одежды приходит именно спортшик. Но мне очень нравится вот образ, который создает специалисты 21 века. Вот конкретно образ вот Александр Терехов, мой любимый дизайнер. Мне очень нравится его одежда, и я ее могу приобретать только здесь. Именно только 21 век привозит эту одежду. Это спортивный костюм, да, это спортшик.
спортшик. И вот, и мне очень комфортно, удобно, это модно сейчас. И я с удовольствием ношу вещи, которые приобретаю в этом магазине. Что может произвести такое особое впечатление, это, например, сочетание несочетаемого. То есть можно одеть, допустим, длинную юбку, которая издалека может даже показаться где-то классической, а она с ботинками без каблука, либо с кроссовками, с свитшотом или с джемпером, и смотрится очень классно. Ну, вот как бы сочетание несочетаемое. Вот так бы я это назвала. Я очень хотелось бы сказать, что для себя я открыла в этом году очень новую марку. Это марка Wandering. Вы можете сегодня посмотреть сегодня на мне. Очень хорошая материя, очень красивый дизайн, доступно по цене. И вы будете выглядеть индивидуально, сказочно и неповторимо в новом году. Так что, если хотите встретить Новый год, а год собаки, именно яркой собаки, должно быть золото много. Собака любит золото, потому что это собака определенной тут, так скажем, раскраски. И в этом году надо быть величайшим-то ярким. Наше праздничное настроение и стиль не в последнюю очередь определяет красота вокруг нас. А потому окружить себя ей в интерьере, одежде – дело весьма важное. Последнее подтвердят все гости этого вечера и наша съемочная группа. В канун Нового года многие стремятся выглядеть безупречно, уделяя внимание всевозможным мелочам. Впрочем, новогодний маникюр уже давно перестал быть мелочью. О тенденциях декоративных покрытиях и традициях новогоднего нейл-дизайна смотрите прямо сейчас. Маникюр. Сегодня это не просто ухоженные ногти. Это возможность соответствовать модным тенденциям и правильно расставить акценты в образе. Ведущие нейл-стилисты мира говорят о 5 основных трендах сезона. Первое – это все-таки графика. Это всевозможные линии, ломаные линии. В ход идет весь курс черчения. Второе – это черный элемент. Это когда на пустом пространстве мы делаем черный графический элемент. Третье – голый тренд. Это абсолютно на пустом ноготочке, не покрытом ни базой, ничем, просто прозрачным. Идут те же самые элементы геометрии. Четвертый – френч. Но френч не в классическом его проявлении все-таки, а такой уже преобразованный. Это более ломанные линии, какой-то цветной, лунный. Но лунка идет у нас уже более глубокая. Ну и все-таки классические, такие повседневные, это у нас темные оттенки. Нюдовые покрытия, это натуральные покрытия, они тоже у нас имеют место быть и тоже в тренде. Но, несмотря на тенденции, существуют и традиции, которым также принято следовать. Например, в новогодние праздники не стоит отказывать себе в яркости цвета и всевозможном блеске. Новый год у нас самый яркий праздник, да, где мы можем позволить и буйство красок, буйство цветов, всевозможные разные блестки, стразы, камифубики, пески. Что касается формы, здесь нет четких правил. Носить предлагают как длинные ногти, так и естественные – миндалевидные, острые и квадратные. Новогодняя распродажа. Скидки до 50%. Бутик «Елена Миро», проспект Ленина, 65. Роскошь проявляет себя не только во внешнем виде, но и в подарках нашим близким, которые мы готовим к Новому году. Несколько идей в формате люкс представляет имидж-студия Елены Ивановой. Косметика Института Эстедерм Франция. Это Эриксон Лаборатория. Уход за любым типом кожи, за лицом и телом. Наша эксклюзивная косметика от Cure Bazaar. Уход за руками и телом от Ларик. Косметика Goldwell для ухода за волосами. Это линейка DuoSenses и Keracilk. Все эти продукты представлены в готовых наборах. Вы можете собрать наборы самостоятельно. Еще одно предложение в формате люкс получило название «Королева бала». Это экспресс-подготовка к торжественному событию в VIP-кабинете. Насыщение кожи кислородом на аппарате Madonna Intrasuticals. Идеальные брови от бренда High Definition. Работа нейл-стилиста.
новогоднее покрытие и работа парикмахера-стилиста. Процедура молекула красоты в продуктах Керасилк, а также укладка и стайлинг. И все эти процедуры вы получаете за 2 часа. Имидж-студия Елены Ивановой. Только роскошные решения на улице Свободы, 98. Радуйте близких волшебством тайского спа. Дарите сертификаты в Тай-Лотус. При покупке сертификата второй в подарок. Закажите бесплатную доставку по телефону 222-00-30. Традиция выпускать корпоративные календари с участием сотрудников – тот самый случай, когда интересен и процесс, и результат. Пример тому – календарь, посвященный 120-летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Как чувствуют себя сотрудники публички в качестве модели, смотрите прямо сейчас. Два съемочных дня, часы работы над образами, креативная группа из 9 человек и 12 моделей. Так проходила работа над созданием корпоративного календаря, посвященного 120-летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Наш проект носит очень интересное название. Нам 120, а мы молодеем. У нас коллектив очень большой. 187 человек работают сегодня в библиотеке. И радует тот факт, что к нам в библиотеку постоянно приходят молодые сотрудники. Для того, чтобы результат впечатлил не только зрителей, но и самих моделей, библиотекарей, хранителей фондов, последним пришлось выйти из привычного корпоративного стиля, одежды и поведения. Наш проект партнерский. Мы очень благодарны нашим друзьям, 31-му каналу, проекту Beauty Time, Александре Слезко, за то, что она подхватила нашу идею и помогла реализовать. И сделала она это совместно с парикмахерами, с сотрудниками модных салонов, стилистами, имиджмейкерами. И в результате у нас появились красивые, удивительные образы. На мой взгляд, они абсолютно адекватные, не капризные. Мне вот очень понравилось, что все-таки чувствуется такая интеллигентность в них, что они, в общем-то, готовы даже поступиться какими-то своими, может быть, желаниями, но прислушиваются к советам специалистов. И их интеллект сочетается с их прекрасной внешностью. Это очень здорово. Я думаю, что получится просто как с глянцевых обложек журнала. Мне очень понравилось. Я довольна этими съемками. Вообще люблю творческие процессы, творить. Особенно с такой профессиональной командой, как Beauty Time. Для них, конечно, было удивительное преображение. Все были кардинально изменены. По крайней мере, в жизни они такими не представляются. Мы являемся свидетелями исторического события 120 лет с момента основания Челябинской областной научной универсальной библиотеки. Очень хотелось принять участие и познакомиться с людьми, которые работают в этой библиотеке. Нашим героям мы подобрали образы с учетом современных тенденций, но чтобы эти тенденции не шли вразрез с внутренним миром наших героев. Например, один из участников нашего проекта, Арсений, работает в отделе редких книг. И мы ему создали образ современного интеллектуала. Сейчас в мире присутствует устойчивый тренд на интеллектуальность в одежде, в развлечениях, вообще во внешнем виде. Те бренды, которые мы представляем, их любят люди совершенно разных профессий. Можно одеть и бизнесмена, можно одеться на деловой вечер какой-то, обед. Также, и как показала практика сегодняшняя, мы можем одеть просто библиотекаря. Увидеть результаты этого фотопроекта в виде календаря и познакомиться с его героями смогут читатели и посетители выставок публичной библиотеки в будущем году. Количество утренников у детей не уступает числу корпоративов и предновогодних вечеринок у взрослых. Отпраздновать нужно и в садике, и в школе, и в творческом, и спортивном коллективе. Так, на Новом году в школе классического танца и студии живописи «Градиент» побывала и съемочная группа «Beauty Time». Yeah.
Декабрь месяц в жизни большинства детей не ограничивается только лишь одним новогодним утренником. Творческие школы, спортивные секции и подготовительные курсы. Подвести итоги в праздничной атмосфере важно и нужно везде. Программа Beauty Time оказалась в числе приглашенных на творческий вечер школы классического танца и студии живописи «Градиент». Если я не ошибаюсь, это наш второй Новый год. И в этом году наш Новый год проходит под лозунгом «В стране искусства». И мы решили пригласить всех к себе домой и показать, как проходят наши вот внутренние мероприятия. Дети современные у нас, они на все находят время, они молодцы, успевают все и отдают себя работе полностью и на рисование, и на хореографию. Это на самом деле очень здорово, это их развивает и закаляет очень сильно. Очень приятно, что новогодние мероприятия стали для нас традиционными. Каждые полгода мы устраиваем какое-то мероприятие для того, чтобы наши дети имели возможность показать себя, показать то, как они рисуют, то, как они танцуют, выступить. Чтобы могла реализоваться одна из основных наших целей – умение ребенка выражать себя, представлять себя и чувствовать себя уверенно перед публикой. Моя самая любимая картина «Ван Гог. Звездная ночь». У меня есть любимая картина, называется «Царевна-лебедь». Я мечтал всегда нарисовать Мону Лизу и Лаванда да Винчи. У детского Нового года, где бы он ни проходил, есть обязательные составляющие. Это хоровод и традиционные стихи под елкой. Мама дома, мамы нет. Мама вышла в интернет. Кофе пьет, глазами водит. Что-то в мире происходит. Мама, я тебе скажу, в мире я происхожу. На этом празднике ребята попробовали себя в жанре перформанса. На глазах у родителей создали настоящую новогоднюю сказку. Новый год – это время исполнения желаний, а также новых целей и задач, и планов на будущее. У взрослых и детей по части творчества они совпадают. Мы планируем продолжать участвовать в выставках, продолжать участвовать в жизни города. Вот, и с удовольствием ждем новых ребяток и покажем сегодня, как мы вообще умеем всем. На следующее полугодие мы ставим самые максимально высокие задачи. Мы хотим только международные конкурсы и только победы. Остается пожелать еще больше сил, энергии, терпения, ну и хорошо, используй, провести каникулы. Пусть в новом году будет больше возможностей проводить время с близкими. Пусть будут поводы надевать праздничную одежду. Пусть каждый день возникает желание выглядеть стильно. А за вдохновением добро пожаловать к нам! Искренне ваш, модный дом «Я». Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум-формате. До 31 декабря в салоне проходит акция «1+1». Покупая один сертификат, второй вы получаете в подарок. Территория тайского спа. Улица Российская, 206. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Соне Кривой 30. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько актуальных моделей для обновления гардероба. Наряды к новогодней вечеринке, проходящей в ресторане или клубе, подбирают торжественные и яркие. Но что же касается праздников домашней обстановки, семейном дружеском кругу, что ближе к российским реалиям, здесь на передний план выходит комфорт. Самая универсальная идея, которая после праздников прослужит в рабочих буднях, это комплекты из юбки с жакетом или топом. В таких вариантах важно наличие фактуры более дорогих материалов – жаккарда или бархата.
Ткань джерси в ярком цвете и в кружевном обрамлении – удачный баланс комфорта и нарядности. Платье с запахом делает образ невероятно женственным и утонченным, а глубокий синий цвет и флористический принт работают одновременно и в романтическом, и драматическом направлении. Шумные вечеринки и торжественные приемы хороши в меру. На смену им приходят уютные и домашние праздники со своей особенной атмосферой и ощущением тепла и любви родных и близких. Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы модных событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.